Мир всем о покрытии головы женщинам. Святой апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 11 глава, 5-6 стихи. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется». А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Святой Иоанн Златоуст толкует это место. Жене повелевает быть покрытой всегда. Потому сказав, всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой постыжает свою голову, он не останавливается на этом, но продолжает. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Если быть обритой всегда постыдно, то очевидно, что и быть непокрытой всегда постыдно. Апостол не останавливается и на этом, но еще присовокупляет. Жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. 1 Коринфянам 11:10. Показывает, что не только во время молитвы, но и всегда она должна покрываться. И притом покрытой со всей тщательностью и осмотрительностью, так как не сказал просто «да накрывается», но «покрывается», то есть должна тщательно закрываться со всех сторон. Показывает и неприличие противного образа действий и сильно укоряет, когда говорит «если не хочет покрываться, то пусть и стрижется». Если, говорит, ты свергаешь покрывало, установленное законом Божиим, то свергни и данное природой. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, «Посему снимающая с себя покрывало, похоже на снявшую с себя волосы». Тертуллиан пишет, «Что значит всякая жена, если не женщина любого возраста, любого положения, в любых условиях. Любая женщина без исключения».